Так, переходим на минорный лад. Дело в том, что Тимирязевка не может такого быть, чтобы кусок земли, ну, очень легко эти сад взять, там, бульдозер пустить и все. И можно строить эти самые торговые центры, правильно? Вот. Здания тоже легко перепрофилировать. Вот. А я считаю, она обречена. Так. Почему я даже нисколько слезу не пролью? Да, много людей останутся без работы. Вот. Меняют ректора как раз для того, что один, допустим, людям говорит своим, выходим с плакатами, руки прочь от науки, а другой, к примеру, и подобрать можно, который хвост подожмет, и Тимирязевка останется без сада, без земли, так? Вот. Но почему я их нет? Я еще раз скажу. Дело в том, что это все на слуху, сами понимаете. Вот. Уже закрывали, уже отменяли. Но дело даже не в ректоре. Дело в том, нужна ли она вообще в принципе. В Москве вот этот сад Железова, да, Железовых, вот этот вот питомник, он густой, он зарос так, что между деревьями не пройдешь, часть придется вырубать. Его стоит только 100 раз увеличить. А один Сергей может это сделать, там вырастить 5-10 тысяч, ну если кого-то наймет, 20, за пару сезонов саженцев, и засадить вообще на все институты, включая Тимирязевку. А теперь представим себе такую картину. Вероятность, да, вот сейчас смотрите, какая она на самом деле. Вот это вот питомник растений РХСУ МХА имени Тимирязева. То есть, понимаете, питомник, он что производит? Он должен кормиться, надо, кормитесь на здоровье. Он должен, а Тимирязевка, конечно, для чего служит? Новые сорта. Вот они перед вами, да? Видите? Вот. А теперь смотрите. Я смотрю, дешевый обман, лохотрон. Подлость и предательство. А, господа, кто вот это сочинил? Вы эту фотографию видели? Помните, я говорил, фотографии две. Ведущие фотографии, как вот это и моя, вот моя фотография. Так, почему? Вот, потому что это в сотнях мест встречается. И сюда впихнули. Это значит, что нет, вот эти все фотографии, 1, 2, 7, из интернета. Ну и на Егоре моя попала. Потому что она в интернете одна из самых главных. Ну, ближе к началу. То есть, взяли 1, 7, допустим, в том числе и моя. Вот. Чистая, 100% ложь. Люди, которые придут вам покупать, во-первых, это как бы доказательство ваших успехов. Лучшие в мире сорта, мои тоже считаются лучшие в мире. Вот, видите, шутка ли, на севере, это, в Сибири живут. Лучшие в мире сорта у вас, оказывается, есть. Вот что у вас есть. Вот. Это не ваше, это все фотографии с интернета. Тогда вопрос, а что вы продаете, а? И за что вас теперь любить и уважать? А мы, мне слезы в глазах стояли, когда вся Тимирязевка вплоть до этих самых, до уборщиц вышла, руки прочь от науки. Помните? Всем сучили эти. Ну, вот ради этого. Что вы людям продаете? Чего вы добились? Покажите свои сорта абрикосов. Ну, где-то теплица жизни там, допустим, я с огромным уважением отношусь там к некоторым отдельным товарищам. Помните Ларису Андреевну? Не буду называть фамилию, еще уволят. Вот, из ботанического сада, например. Вот. Ну, и вот смотрите сюда. Это сайт, вот он. Это сайт Тимирязевской академии. И что они делают? Они все, что я проклинал, они все это делают живьем. Виды, обрезки, это самое... плодовых деревьев, плодовых, не этих, не дикоросов. Вот, видите? А потом они придумали вот эту схему. Схема подлая, предательская. Здесь, на этой схеме, вот, нет ни одной лишней ветки. Ни единой. Я могу подробно про каждую ветку, на которой стрелки показаны, показать и сказать. Ни единой нет, не только ветки. Веточки и даже листика, и даже почки ни одной. А это для них, да я не буду дальше расширять, показывать вам заработок. Придумали обрезку,
нанимайте, это стоит дерево такое 5000 рублей обрезать, а это поменьше 3000 рублей. Вот это и есть наша это, Тимирязевка. Вот. А вот это вот, знаете почему? Я ниже покажу фотографию. Посмотрите. Ну, в какие обороты? Ну, здесь как минимум надо 30-40 литров. Как минимум. Что вы делаете? А кому? Чего вы парней научили? Это студенты. Чему вы их учите? И все это попадает на сайт, как что-то, как это нормально. А посмотрите на эти штампы. Вот ближайшее дерево. Вот смотрите. Вот прям перед ней, где в горшке, а вот сюда ближе. Там корней столько же. Смотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Все это отрезано ради того, чтобы был высокий штамп. Причем они совершенно не представляют, зачем дереву этот нахрен этот штамп нужен. Вот. Они же привитое дерево подразумевается. Привитое. Если не привитое, да, у них есть штамп. Но тогда нет ран. Если дерево сенис, ран нет. И веток нет, но и ран нет. Идем дальше. Вот. Альтернативу. Сейчас покажу. Да, кстати, я быстренько на кухню, я бы еще не надоел. Вот. Тут много интересных вопросов, но все это ниже. Интригует. Сейчас я себе чайку налил свежего. Так вот, еще одна реплика. Вот за это вот, какой бы я ни был мягкий, пушистый, вот за такую учебу, вот, сказать морду бить неудобно, доктора, профессора, но уволить бы надо.